К другим темам. Сегодня телекомпания НВК «Саха» и холдинг «Саха Медиа» подписали соглашение о сотрудничестве. Как отметили участники мероприятия, национальная вещательная компания и «Саха Медиа» всегда находили точки для взаимодействия. А сегодняшний документ систематизирует совместную профессиональную работу, то есть объединит усилия по увеличению объема информации и расширению аудитории. Наблюдаем и кризисные явления, да, и попытки раскачать ситуацию внутри страны. Люди имеют право, конституционное право, на получение достоверной информации о том, какие меры принимаются властями. И вот сегодняшнее соглашение, я думаю, что будет способствовать наиболее эффективному доведению до заинтересованных групп жителей нашей республики той информации, которая им будет необходима.